Вера Васильевна, поздравляем. Спасибо. Берите удостоверение, медаль. Памятные награды, цветы и теплые рукопожатия. Жителям округа старше 80 лет вручили юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия», представители администрации, почетные гости. Совсем скоро на этом месте будет оборудован современный красивый сквер. Именно для отдыха, для каких-то таких мероприятий на свежем воздухе, чтобы это было действительно в очень хорошем, благородном виде, такого места не было. И поэтому сейчас деньги выделены, они утверждены бюджетом Московской области, и поэтому здесь наглядно уже представлены все необходимые документации. Как это будет выглядеть, я считаю, что это будет очень достойно. Сейчас здесь установлен памятный камень труженикам тыла, детям войны и участникам ликвидации Чернобыльской аварии. Но это значимое место давно нуждалось в благоустройстве. Тут будет сделано современное общественное пространство, красивые тротуары, озеленение, малоархитектурные формы. Именно так должны выглядеть такие важные памятные места, куда можно нормально прийти, прочитать, чему посвящены эти замечательные камни, каким событиям, вспомнить об этом и чтить историю нашей великой страны. Памятные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, часто проходят здесь. Это место стало точкой притяжения для ветеранов, людей старшего поколения, волонтеров. Гости и жители города возлагают цветы к мемориальному камню, общаются и не скрывают эмоций. Ой, ты мой золотой! Слава Богу! Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».